я стараюсь не интересоваться этой темой, потому что предпочитаю жить спокойно в своей голове, как-то отстраняться. Надо верить просто в лучшее, и тогда все будет лучше. Я особо за политику не смотрю. Положительные, только положительные. Потому что я желаю победы России. А вы подождите, и они увидят. Время покажет, они увидят. Все у нас будет хорошо, ребята у нас молодцы. У меня там племянник. Но сейчас он не выходит 2 недели на связь. Мир во всем мире намного лучше, чем война. Пора уже победить. А надо биться. Все отлично. Так и надо. Эта война — это плохо. Ну, конечно, я против войны, как и все люди. Вот, я, естественно, за стол переговоров, за мирное решение, урегулирование процесса. Тем более нельзя забывать, что Владимир Зеленский у нас работал, и я с ним, кстати, работал. Это было, когда в шоу «Фактор А» он вел с Филиппом Киркоровым, Алла Пугачева еще вела вот «Юные таланты», и Владимир Зеленский был этим, как его, вместе с Филиппом Киркоровым, ведущими, вот. Тогда даже я представить не мог, что вообще до такого масштаба это все может как бы разразиться. Да я добровольцем уйду. На фронт. Я готов. Я хотел. Но у меня уже возраст 66. Меня не возьмут. А возьму, так пойду. Я хотел сразу. В Донбасс. Куда? На Украину. Если в этом будет необходимость, да, я буду защищать свою страну. Свою семью. Это же, ну, расширение территорий тоже. Поэтому лучше, чтобы территории были еще больше. Ну, это виднее Министерство обороны. Мне отсюда не видно. Это они решают, как по плану, не по плану. Я вижу, что идет, но идет очень плохо по моим понятиям. Но это по моим понятиям. Заканчивать надо все это хозяйство. А что, продолжать бесконечно? Сейчас. Обязательно нужно улучшать, потому что очень много русских в Европе, очень много корней европейских. У кого-то бабушки, дедушки, это самое, где как что, это, конечно, нужно улучшать. Европа с нами воюет через Украину. Египет, ну, наши же братья, с одной, с другой стороны. Мы друг против друга воюем, сами с собой воюем. Европа. Не Украина же, Украина — наши братья. А Европа, они и не братья, и не враги. Мне не особо нравится, что всякие там санкции, уходят бренды просто из-за того, что Россия, понимаете, какая-то не такая. Ну, продукты-то дорожают. Почувствовал нехватку. Нехватку всего. Ну, например, магазины позакрывались. Не хватает. Ну, конечно, санкции почувствовались, безусловно. Одежду негде покупать, закрылись масс-маркеты много. Не хватает, правда. Чуть-чуть, да, стало очень плохо. Сложно стало все. Лучше жили бы, 100%. Лучше. Чтобы был мир, как раньше. Если вот Россия не начинала нападать, они начинали бы нападать. Я думаю, что в Донбассе был бы хаос. То же самое, Донбасс бы просто разорялся. Поэтому, как бы, ну, я думаю, что вы и так видите сами, что здесь Путин это сделал для защиты Донбасса. А ведь Донбасс — это бывшая русская территория. И там очень много наших русских. Если я был бы президентом России, я бы обратил внимание на наше обучение. Да. Чтобы дети учились интересным технологиям, а не воевали. Разумеется, против военных действий. Ну, зачем воевать? Я бы, наверное, присел бы за стол переговоров бы и уладил бы весь этот конфликт. Вот и все. Я бы раздолбал бы от Львова и до границы Польши. Все сравнял бы с землей. Все сравнял бы. Я бы работал ракетами и всем, чем можно только. Что есть, тем бы и работал. Я бы договаривался. Я бы, конечно, все попытался решить мирным путем. Ну, можно же как-то договориться, какие-то предложить условия, на которых будет интересно и нашей стране, и Украине. Я поддерживаю Владимира Владимировича за то, что он предлагает, и за то переговоров. Присылайте ваши фото, видео и истории для публикации в черный ящик The Insider.